Короче так, девочки, я сегодня иду на день рождения к Диминой маме. Вау, а тебя что, она пригласила? Да нет, ее, наверное, Дима пригласил. Да нет, дело в том, что меня не Дима не пригласил, не его мама с папой. Я решила, что я сама приду и поздравлю. Правда, я вот думаю, а что ей подарить? Посоветуйте мне. Я знаю, девочки, подари, знаешь, что делать? Мягкую игрушку. Нет, посуду. Нет, лучше какую-то косметику, там помаду красивую. А я вот думаю подарить ей духи какие-то такие сладенькие, чтобы она духалась и вспоминала обо мне. О, точно, это хорошая идея. Ну вот, девочки, вот и решили. Подарю ей духи. Надеюсь, я понравлюсь Диминой маме. Алло, Ян, ты с нами или ты в облаках летаешь? Марусь, ты что, не видишь? Она вообще какая-то странная. Подождите, я занята. Так, косметика не то. Ну капец, сегодня и так полкласса поболела, еще Яна в телефоне сидит. Так, Яна, давай, телефон в сторону, нам нужно поговорить. Да подождите, я сказала, занята. Капец, а как же разборы? Сегодня мы должны разобраться с 9 А. Ты скажешь, что ты занята? Да, Маруся, сегодня я занята, потому что у моей мамы день рождения, и мне нужно выбрать подарок. И после уроков я иду ее поздравлять. Капец, это что, Патрик, мы вдвоем остаемся? Вот это 9 А повезло. Слушай, Димакен, я вообще не понимаю, почему Диана влюбилась в тебя, ты же вообще некрасивый. Кто тут некрасивый? Я вообще самый лучший Кен. Нашелся мне тут подделка. Я подделка? Да я самый красивый, на меня все девочки смотрят и спрашивают мой номер телефона. Насмешил, девочки просят номер телефона. Да ты проходишь, и твоей спиной все хихикают. Что, да я тебе сейчас шапку на уши натяну. Слышишь, успокойся, ты сейчас Спанч Бобом станешь. Каким еще Спанч Бобом? С дырками. Что, Спанч Бобом с дырками? Ну ты, Кен, Дима, и напросился. Ну ты зря меня разозлил, Кен Артем. Кандима, это Кэн, успокойтесь. Да все, мы успокоились. Могут решить, кто из них красивее. После урока поговорим. Привет, Кэн! Привет, Кена! Привет, Кэн! Артем, ты сегодня так хорошо выглядишь? Слышал, красавчик. Дим, ну ты тоже неплохо выглядишь. Барби Груша, спасибо за комплимент. Так, Кэн, Дима, после уроков мы должны будем с тобой серьезно поговорить. Яна, сегодня после уроков я занят, и гулять мы никуда не пойдем. Кэн, Дима, я и так это знаю, поэтому я и хочу с тобой об этом поговорить. Где она? Где она? Ниночка, Ниночка, это плохая идея, давай пойдем домой. Плохая идея? Это плохая идея? Я не поняла, тебе безразличен твой сын и где он пропадает? Ниночка, Ниночка, успокойся, сейчас найдем его в классе, будет все хорошо. Так, где у них расписание? Где? О, расписание, 9 А. Ничего не понятно. Семен, почему ты стоишь? Нам надо узнать, где класс нашего Димочки. Успокойся, Ниночка, сейчас узнаю. Не то. Здравствуйте, а где 9 А? На втором этаже, в конце коридора. Ага, спасибо. Так, малыш, не плачь, все хорошо. Но оно мне надо из-за этой с ребенком тащиться в школу. Ниночка, на втором этаже, в конце коридора. Семен, почему ты стоишь? Быстро вперед! Ага. Ниночка, может, это плохая идея? Давай что вернемся. Значит плохая идея? Ты что, хочешь сына потерять? Нет, конечно, Ниночка. Ну так все, надо расставить все точки над «и». Ниночка, может, подождем перемену? Семен! Все, понял. Не то. Закрыто. Закрыто. Здравствуйте, а можно Диму Зубренко? Сынок! Здрасте. Здрасте, тетя Нина. Димочка! Дима, ну выйди, родители к тебе пришли. Блин, если бы у меня сейчас был подарок, я бы сейчас поздравила Димину маму. Мама, папа, зачем вы пришли в школу? Как это зачем? Дима, этому нужно положить конец. Я вас прошу, просто идите домой, со мной все нормально. Ниночка, я тебе же говорил, это плохая идея приходить в школу. Семен, какая еще плохая идея? А ты, Дима, ты должен измениться. На кого ты стал похож? Мама, на кого стал похож? Я современный подросток. Современный подросток? Что на тебя одето? Что за свитер? Что за прическа? Что за шапка с этими лампочками? Сынок, может, ты просто переоденешься, и мы с мамой пойдем домой? Капец, как вы не понимаете? Я Дима Кен. Фу, я сейчас не знаю. Я сознание потеряю. Дима, какой с тебя Кен? Папа твой не Кен. Мама, я не хочу быть как папа, не хочу быть серой мышью. Держите меня. Сынок, лучше не зли маму, просто пойди переоденься. Серой мышью он не хочет быть. Сынок, ты должен понимать, папа твой интеллигент, инженер-электрик. Да надоели вы. Все, идите домой, не позорьте меня. Ниночка, ну что, может пойдем? Семен, ты что, забыл? Дима, где твоя...
как ее там? Мама, потише, кто? Дима, как кто? Та, что тебе пишет постоянно и звонит, и довела тебя до такого состояния. Ниночка, Ниночка, спокойнее, они же дети. Дети? Да как ее, Семен, подскажи? Барби Жужа, ты слышала, какая у него мама злая? Ага, она хочет Диане разборы устроить. Капец, девочки, они не разрешают быть Димой Кеном. Дима, а где Диана? Так, слушайте, мама, папа, Барби Диане не лезьте, я вам этого не позволю. Ах, не позволишь? Я сейчас с ней разберусь. Во что она моего сына превратила? Все, короче, я подарок заказала, цветы курьер принесет через 5 минут. Я дойду на 5 минут в туалет. Ага. Мама, папа, а чего вы в школу пришли? Почему мы в школу пришли? Семен, почему мы в школу пришли? Ну, с Дианой поговорить. Я сейчас ей такое устрою. Yes. Да, мама, ты посмотри, как эта Диана на нашего Димочку влияет. Посмотри, какой он стал. Ну, Яна. Вот именно, Яна. Я сейчас с ней разберусь. Дима, зови ее сюда. В школе будет жарко. Все, я пошла. Нет, мама, папа, Диану не трогайте. Сынок, ну ты же знаешь нашу маму. Лучше позови Диану по-хорошему. Дима, Диану эту сюда. Капец, вы просто хотите меня позорить. Диана. Пс. Дима, что? Капец, я же не успела подарок. Капец, Диана ушла в коридор. Капец, что сейчас будет? Что будет, что будет? Сейчас Димина мама на Диану наорет. Здрасте, тетя Нина. Здрасте, дядя Семен. Здравствуй, Диана. Семен, слушай меня сюда. Ты, девица в розовом. Дима, почему у тебя мама такая злая? Прости, Диана, я не виноват. Мы сами пришли. Значит так, Диана, слушай меня сюда. Ты во что превратила моего сына? Так, Димочку! Нина, Ниночка, успокойся, нас и так слышно на всю. Да мне все равно, Семен! Капец! А во что я превратила Диму? Это тот же обычный Дима, только Кен. Да что значит просто Кен? А ты на кого похожа? Почему ты вся в розовом ходишь в школу? Ниночка, успокойся, это же подростки, у них так модно. Модно? Слушай, Диана, ты моего сына испортила. Подождите, подождите, я не портила Диму. Дима, как раньше. Мама, вообще-то это все крестная фея Диан. Не, ну нормально. Он уже про какую-то крестную фею рассказывает. Что вообще происходит? Вообще-то Дима говорит правду. Это все проделки крестной феи. Да, я не изменился. Такой, как и раньше. Такой, как раньше? Диана, ты не понимаешь? Как только он с тобой связался, по учебе скатился. Ого, во сне кричит: Диана, Диана. И вообще, он будет дружить с другой девочкой. Да, с интеллигентной. Капец. Слушайте, тетя Лина, вообще-то мы все нормальные подростки. Что я, что Дима, что наша компания, наши друзья, девочки, мальчики, мы все одинаковые. Подростки? Я вижу, какие вы подростки. А ничего, что Дима балет забросил. Вот ты чем занимаешься? Чем занимаюсь? Я вообще-то видеоблогер. Да, мама, Диана у нас видеоблогер. Семен, а это еще что такое? Ниночка, Ниночка, успокойся, это ничего плохого. Они просто видео снимают. Ну, я видеоблогер. Я снимаю в ТикТок, в Инстаграм, в Ютуб. И Дима снимается вместе со мной. Да. Да, Дима? Да. Это сейчас очень модно и круто. Круто. И нам это нравится. Семен, не, ну ты слышал? Вместо балета он видео снимает. Ниночка, это сейчас модно среди подростков. Да, мама, папа, видеоблогер — это круто. Да, круто. Дима, еще посиди у тебя мама. Диана. Вот Яна, сестра называется. Плохая банда. Значит, слушай сюда, видеоблогер. Оставь моего сына в покое. Да, Диан. А, кстати, как твой канал называется? Мам, пап, я вам говорил, Леди Диана. Да, в Ютубе Леди Диана. Банда, это капец. Что? Сегодня будут разборы. Наконец-то. Нет, мои предки в школу пришли. Яна, что ты радуйся, это капец. Походу, их директор вызвал. Нет, они пришли разбираться с Дианой. Вау. Семен, а ну найди эту леди Диану. Что она там снимает? Сейчас, Ниночка, сейчас. Капец, ребята, вы посмотрите. Мама Димы на Диану наезжает. Нам нужно за Диану заступиться. Мы Диану в обиду не дадим. Что я слышу? Вы просто не знаете мою маму. Банда, за мной. Мама, папа, Диана хорошая девочка, и она на меня плохо не влияет. Мама, мамочка, ты посмотри еще, как влияет. Посмотри на нашего Диму. Знаете что, мама Димы? Тетя Нина. Знаете что, вы Диану не трогайте, она хорошая. Да, мы за Диану горой. Что? Не трогать ее? Семен? Слушайте, вы из ЭТГ с нами, Барби. Лучше не связываться, а то проблемы будут.
Капец, папа. Он, походу, на ее видео залип. Семен! Ну я же говорила, ерунда одна. Видеоблогер она. Что значит ерунда? Мы снимаем только самые лучшие видео. Лучшие. Да, самые лучшие. Самые лучшие? Слушай сюда. Я приду домой и всем своим подругам скажу, чтобы заблокировали твой канал. Фу, Ниночка, успокойся. Мамочка, мамочка, а ты знаешь, что она еще ездит на розовой машине? Что? Ну да, ну и что? У меня есть моя любимая розовая машинка. Ах, ты еще и на машине ездишь. Наверное, без прав. Я напишу об этом в Фейсбуке. Пусть все об этом знают. Что? Знаете что, у Дианы машина не настоящая. И на ней можно ездить. Ага, она ездит 30 километров в час. Да, и я езжу очень аккуратно. Хорошо, но твой канал я все равно заблокирую. Капец. Диан, не переживай. А знаете что, канал вы заблокируете. Не получится. Что? У меня не получится? Семен, блокируй. Ниночка, как? Семен, ты же электрик. Тетя Нина, вы, наверное, не понимаете, канал вы не заблокируете. Да, Диану смотрят миллионы. И подписчиков у нее, считай, уже 6 миллионов. Да, и вообще видео у Дианы самые крутые. Мы все стараемся снимать свое видео с Дианой. Слышали, мама, папа? Так что не тратьте свое время впустую. Что? Семен, держи телефон и блокируй. Пусть вообще ты мог бы за нас заступиться и разобраться с 10-м Г. Семен! Капец, они что, на ее видосы подсели? Походу, да. Ну что, как вам видео, нравится? Види, папа, мама, Диана самый крутой блогер. Ага, нравится. Реально, Семен, очень интересно. Видите, Димы предки на Дианы видео подсели. А по-другому быть и не может. Так, Дима, я сейчас пойду с твоей мамой поговорю. Диана, лучше не надо, она только успокоилась. Тетя Нина, а еще с днем рождения вас. Ты помнишь про мой день рождения? Да, конечно, правда, подарок еще не успел прийти. Но я его уже заказала, вечером будет, принесу. Диана, я вижу, ты хорошая девочка. Конечно, приходите с Димой к нам вечером, тортик покушаем. Мама! Ну что, Ниночка, пойдем? Да, пойдем, уложим Мишку спать и сделаем чай. И будем смотреть Лидиан. Тетя Нина, дядя Семен, до встречи! Yes! Пока! Приходи к нам чай! Ребят, ну вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик! И с наступающим Новым годом вас! Всем пока! Пока! Здрасте, тетя Нина! Здрасте, тетя Семен! Ой! Тетя Семен! Что я слышу? Вы просто не знаете мою банду! Банду! Мама! Семен! Можно Диму Дубренко?